Добрый день. Сегодня разберем инструментал сингуляр. Да, отвечает на вопрос кем чим. Например, е неспокоены со своим замнеснанием. Млуви с родителем. Итак, для мужского и среднего рода тен то заменяется на тим. Еден едно заменяется на едним. Муй – мое, мым. Твуй – твое, твым. Его – его. Еи – еим. Наш – наше заменяется нашим. Ваш – ваше заменяется вашим. Еих – никак не меняется, да, еих. Чески – ческим. Модерни – модерним. Для женского рода та меняется на тоу, една заменяется на едноу, ма или мое заменяется на моу или мои, тва или твое заменяется на твоу либо твои, его заменяется, никак не меняется, да, его, ей. Так есть, ей, наше, наши, ваше, ваши, еих, еих, ческа, ческоу, модерни, так и остается, модерни, студент, студентем, муж, мужем, сешит, сешитем, покой, покоем. Да, то есть в мужском роде у нас всегда остается, меняется на М. Добавляется окончание М. В женском роде жена, женоу, да, окончание на А, значит У. Жидле, жидли. Скжинь, скжини. Миснос, мисности. Да, вот эта группа заменяется на длоги И. Место, местем. Морже, моржем, намнести, намнестим, да, намнести, намнестим. Итак, случай употребления инструментала, да, это значит, что выражает средство, да, чего-то, какого-то средство means of doing something, да, средство делания чего-то, да, например, пишу перем. Замыкам кличем, еду метрем, да, аутем, автобусем, трамваи. Употребляется после следующих глаголов, да, например, быть и плюс профессия. Отец я учителем, буду прикладателькою. Можно использовать также номинатив, да, отец я учитель, буду прикладателька. После глагола статься, да, аж скончим университу, стану се правником. Забываться, то есть забываемся гудбоу, да, это чем-то увлекаться. Сезнамиться с, сезнамил сэм се с Вацлавем Гавлем. Сеткат се с, сеткал сэм се своим жителем. Ид за, да, иду за сестрой. Также употребляется в связке с некоторыми прилагательными, да. Быт знамый, да. Моцарт е знамый оперу. Быт прекваппенный. Был сэм прекваппенный тим фильмом. Быт спокойный с. Як си спокойный со своим платом. После некоторых предлогов се, шла и сэм с ким с чим с Петрем до кино. Вчера и сэм млувил со своим братрем. Каждый день пью каву с млеком. Маме дум с заградоу. Над гаражи е быт. Под
под телевизе є малый стул. Пред. Авто стоїть пред домом. Приїхав пред годиною. За. За домом є заграда. Мезі. В тржиді сидім мезі Антонінем а Аленою. Прийду мезі другою а третій годиною. Окей. Вот эти, кстати, предлоги, да, над, под, пред, за, мези, могут также брать, используются в случае аккузатива, да. Повесим лампу над стул. Положим ташку под стул. Дей ауто пред дум. Подивали се за скринь. Дамы тен образ мези стул а окно. Говорил с нашим лектором, да, женщиной-лектором. Мловил сэм с нашей лекторшкоу. Да, лекторшка, лекторшкоу, как жена. Я говорил с ее умным адвокатом. Мловил сэм с еим хитрым правником. Да, с еим хитрым правником. Я познакомился с милой переводчицей. Сезнамился с милой прикладателькой. Говорю с той медсестрой. Мловим с той здравотней сестрой. Разговариваю с некрасивой продавщицей. Мловим с ошкливой продавачкой. Я разговариваю с новым директором. Мловим с новым родителем. Да, родителем. Я говорю с ее мужем. Мловим с еим манджелем. Да, с еим для мужского рода. Еи будет на еим. Я познакомился с их дочкой. Сезнамилисем сес їх церов. Да, цера с церов. Я познакомился с молодым инженером. Сезнамилисем сес молодым инженером. Я познакомился с нашим добрым доктором. Сезнамилисем сес нашим добрым доктором. Я познакомился с ее консультантом. Сезнамился с еим консультантом. Да, опять же, консультант мужской, соответственно, будет еим. Говорил с вашей подругой. Мловил и сэм с вашей прителькиней. То есть у нас основная форма это прителькинье. Да, это то же самое, как... Это то же самое, как скринь, да, с гачком. Иду с Томашем. Иду с Томашем. Еду тем трамваем. Еду тоу трамваи. Да, трамвай. Это как скринь, опять же, трамваи. Пойду со своей подругой. Прителка, да? Прителкиня. Пуйду се свои прителкини. Пойду с нашим чешским другом. Пуйду с нашим чешским прителем. Пойду с мистером Вацлавом Наваком. Пуйду с панем Вацлавем Новаком. Хочу комнату с малой кухней. Хцей быт с малой кухней. Да, кухень, как скринь. Хочу квартиру с гаражом. Хцей быт с гаражи. Да, гараж в чешском это как
женский род, да, как же, как скжинь, гаражи. Хочу квартиру со стиральной машинкой и холодильником. Хцы быть с прачкой, а ледничкой. Хочу комнату с детской комнатой. Хцы быть с детским покоем. Хочу квартиру с центральным отоплением. Хцы быть с устредним топеним. Да, еще раз. Топени это заканчивается на с чаркой, соответственно, будет склоняться так же, как и это средний род, так же, как и прилагательное для среднего рода, да, топеним, да, устредним топеним. Хочу комнату с телевизором и видиком. Хцы быть с телевизией, а видеем. Хочу квартиру с лоджией. Хцы быть с лоджией. А лоджие – это женский род. Соответственно, лоджие, лоджии. Хочу курицу с картофельным пюре. Хцы курже, да, с ким, с чим, с брамбуровоу, каши. Да, каше – это женский род, соответственно, каше, каши. Хочу жаркое с рисом. Хцы роштеноу с рыжи. Да, роштена – это жаркое, да, так же, как и прилагательное. Рыже – это средний, да, соответственно, в инструментале будет рыжи. Да, так же, как и мор... Это женский род. Еще раз, рыже будет работать так же, как жидле, да, жидли. Хочу омлет с зеленью. Хцы омлету с зеленину. Да, зеленина как жена, да, зеленину. Хочу кофе со сливками. Хцы каву с шлегачкоу. Да, шлегачка, да, так же, как и жена, шлегачкоу. Хочу мартини с лимоном. Хцы мартини с цитроном. А цитрон с цитроном. Хочу сосиску с горчицей. Хцы парек с горчицей. Да, исходная форма это горчице, так же, как жидле. Хочу чай с молоком. Хцы чай с млеком. Хочу блинчик с фруктами. Хцы палачинку с овоцем. Овоце – это средний род, соответственно, овоце с овоцем. Хочу роглик с маслом и джемом. Хцы роглик с маслом, а джемом. Джем – это мужской, соответственно, с джемом. А масло, да, это как место. Что будешь делать перед завтраком? Co будешь делать пред сніданием? Снедание – это женский род, да, снедание. Соответственно, перед сніданием, как скрыть. Что будешь делать перед путешествием до Африки? Co будешь делать пред цестоу до Африки? Что будешь делать перед часом чешского? Co будешь делать перед годиною чештины? Что будешь делать перед экзаменом истории? Co будешь делать перед скоушкою з хісторії? Что будешь делать перед концертом? Co будешь делать перед концертом? Перед тем, как идти в гости? Пред навштевоу. Перед ужином. Пред вечержи. Да, вечержи – это средний род. Вечержи. Перед отпуском и перед викендом. Пред доволеноу, а викендем. А я пришел только что.
Пришел сам пред хвилы. Пришел, я пришел год назад. Или приехал. Пришел сам пред роком. Хвилы, кстати, это говоря, женский род, да. Соответственно, пред хвилы. Вот так, хвилы, хвилы. Я пришел час назад. Пришел сам пред годиною. Месяц назад. Пред месяцем. За неделю. Пред тиднем. Перед обедом. Пред обедом. До полудня. Пред поледнем. Да, поледне – это средний род, соответственно, поледне. Пред поледнем. Встретимся около кіна. Сейдемесе пред кінем. Перед его новым рестораном. Пред его новою ресторацией. Да, это женский род, соответственно, ресторация. И меняется на ресторации. Ресторации как жили. Около национального театра. Пред народним дивадлем. Перед книгкупецтви. Пред книгкупецтвием. Да? Потому что книгкупецтви это средний род. Соответственно, будет пред книгкупецтвием, как на амнистии. Перед ее языковой школой. Пред ее языковой школой. Перед государственной оперой. Пред статней оперой. Перед дворцом культуры. Пред палацем культуры. Перед нашим общежитием. Пред нашей колеи. Да, колей – это женский, соответственно, колеи. Да, это так же, как скажинь, да. Перед господом, перед, где пьют пиво, господа. Пред господом. Книгкупецтве за галереей. Книгкупецтве е за галереей. Да, галереи е – это женский, соответственно, галереи. За галереи, так же как жидла, галереи. Это за Вацлавской площадью. Е то за Вацлавским намнестим. Потому что намнести это средний род. Это между Прагой и Брне. Е то мези Прагоу а Брнем. Это между Аленой и Томашем. Єто мезі Аленою а Томашем. Это перед философским факультетом. Єто пред філософською факультою. Іду за доктором. Іду за лекаржем. Іду за директором. Іду за жидителем. Іду за клерком, да, за женский род. Іду за уржедніці. Да, уржедніці – это женский, соответственно, будет уржедніці. Іду за отцом. Іду за отцем.